как компьютер наш устроен, чем он думает, чем помнит, и какая в том причина, что внутри так мало видно. Блок системный уважаем, очень нужен, понимаем, от розетки отключи, как прекрасен, посмотри. Так процессор тут центральный, трансформатор развивая, миллионы разместил, все в одно объединил. Может, это шоколад, что за РЭМ его едят? В нем транзисторов, диодов, раньше мыла очень много. В жесткий диск или винчестер информацию разместим, он так крутится, вращается, то запомнит, то стирается. Плата материнская, как город, все подключит и укроет, разместит и охладит, в будущее путь лежит.